Сегодня столица Чувашии вновь приняла у себя высоких гостей. Вот уже 10-й год подряд в республике проводится всероссийский турнир по вольной борьбе на призы Героя России, уроженца нашей республики, генерал-лейтенанта авиации Николая Гаврилова. И каждый раз он вместе с друзьями отправляется к монументу воинской славы, чтобы почтить память погибших за Отечество. Вечная память тем, кто сложил свои жизни во имя свободы нашей Родины. Подвиги живут во времени, как бы ни переписывалась наша история. Мемориальный комплекс «Победа» тому подтверждение. Участники турнира, а в их числе герои России, призеры Олимпийских игр по вольной борьбе, считают патриотическое воспитание делом чести. О патриотизме говорили и на встрече с главой республики Михаилом Игнатьевым. Он поблагодарил Николая Гаврилова за активное участие в жизни республики. Следующий год, как вы знаете, год 70-летия празднования Великой Отечественной войны, победы нашей страны над фашизмом. И мы решили совместить этот турнир с вахтой героев. Поэтому сюда прибыли и герои, которые готовы встретиться с общественностью, с молодежью. Символ вахты памяти пройдет через 10 городов России. Следующая остановка в Ярославле. А 2 сентября будущего года, в день окончания Второй мировой войны, этот символ примет Владивосток. Екатерина Абрамова, Александр Петров, Сергей Рябчиков, Республика.